Всем привет, с вами Нильф Горн, это игра Harland. И вот я тут нашел нового врага, это вот бандит. Зараза. И так их всячески хватает. На самом деле, вот я удивляюсь, насколько атмосферная игра. Саундтрек, ну музыка, вот, да, она просто, вот, она завораживает, вот поистине завораживает. Тут совершенно как-то по-другому начинаешь в игре себя вести. Как-то я пытаюсь, в общем, у меня сейчас задание, я для себя поставил, выполнять как можно больше заданий. Да. Так. Вон я вижу опять скелеты с молотами нормальными такими. Help. Стоять. Так, ну вот это нехорошо, конечно, получилось. То есть я вообще сейчас очень экстремально это все сделал, потому что я получил, так сказать, по болванке и, ну, так сказать, получил максимальный урон. Это нехорошо, потому что надо восстановить себе Big Hammer, Ice Hammer, конечно же, он у меня есть. И вот, блин, жалко, на этом всем не показывается урон. То есть не показывается, какой вот, допустим, шлем лучше будет, да? 300 армора, хорошо. Это у нас что? Это у нас Эгланд, это можно скушать, я так понимаю. Господи, да. Невероятно огромный шлем, просто шлем вот этого большого, так сказать, скелета. 695 жизней, да, конечно же, жизнь прибавляется с уровнем. Так, давайте еще раз посмотрим шлем тогда, еще раз. 360 брони дает шлем. Экзотик дринк, blue fish, рыбку не нужно. Так, это у нас опять что-то, whole brain, мозги. Мозги зомби я себе одел. Очень круто, да. Просто вообще шикарнейший просто подход. К так. 290. Нет, по-моему, да, все-таки вот этот дает всех больше. Щит. Гоблин миньон. Щит 560. Айс вантла. Вот. Броню-то еще можно как-то, да, допустим. Маски, да. Маски, конечно, есть, но вот нету такой маски, чтобы как бы на лицо исключительно. Потому что там маски такие, как просто голову я. Вот я их искал. Это же наплечники, ребята. Это круто. Я теперь с наплечниками хожу. Так, а вот. Нет, конечно, да. Все. Возвращаем обратно вот этот Эстон. Ух. Ну все, я прям... 1040 армора. Это, конечно, поистине много. И реально круто. Здание тут... Нет, здания, по-моему, здесь ничего не дают. Надо убивать всех, собирать все, потому что квесты тут такие, там, яблоки принести. От принести яблоки до мозгов зомби, короче, вот в таком вот раскидывается. Я решил просто убегать сразу подальше, потому что когда вы выходите и сохраняете, выходите, заходите обратно, карта не сохраняется, то, что вы открыли. Поэтому я начал снимать, ну, как бы, когда я уже довольно-таки далеко, как видите, ушел. И что это? Это у нас опять город мертвых, я так понимаю, да? У меня проблема, что я не могу найти нормальных. Что это такое, Red? Давайте все, в общем, будем собирать. Потому что все пригодится. Смотрите, зомби такие. Капуста. Ну, нормально. Сердце зомби.
Так, вот там вот зеленое, это зомби с чем-то зеленым ходит. А зеленое, ребятки, это намек на то, что есть какое-то магическое оружие в руках, значит. Это только на это намек, и, честно говоря, нужно такого опасаться, потому что урон там может прийти такой очень большой. Мне единственное напрягает, что стамина вообще как-то быстро очень кончается. Что это? Что это в руке у нее такого? Может, он отравленный какой-нибудь? Нет, вроде ничего. Огурец вот. А, вот-вот-вот, зелененькая. Что это такое? Грей. Ну, это камень. Нет, зеленое ничего, это просто похоже, как бы светится рука, что ли. Притом как-то странно, они с первого, ой, со второго по пятый левел. Я уже, кстати, шестого левела и вот корн. А нет, ну нет, это похоже реально может светиться какой-нибудь офицер или что-нибудь в этом роде. На самом деле я еще вот не нашел никакого магазинчика. До этого были NPS, в которых, ну, можно было там за определенную монетку что-то купить. Вот сейчас я таких NPS-ов не нашел, но вот и ни магазинов, ничего подобного. Кокос, отлично. Ни магазинов, ничего такого вот тоже не находил, к сожалению. То есть я не могу вот прям сказать, что вот там можно, так сказать, закупиться, к примеру. Такой... Зомби это реально как будто бы... То есть не кладбище какое-то старое, а... Прям тут вообще замес был, смотрите, прям. Отлично, денег столько валяется. Тут просто тут собирать только замучишься. По-моему, война между скелетами и зомбами. Да, скелет... А, эльф здесь, эльф был. Что-то он здесь делал. Кстати, а можно лук подобрать-то? О, лук можно подобрать. Но, скорее всего, из лука стрелять нельзя почему-то. Потому что до этого точно нельзя было, но мы сейчас, конечно же, проверим. Я сейчас хочу побольше монеток собрать. Так, где мне монетки здесь показаны где-нибудь? Нет, монеток, похоже, не показано количество. Так, боу. Значит, лук нужен, да, дринг. Так, не то, не то, не то. Брейн, мозги. Шлемы, щиты, так, Ice Wand, Large, топор какой-то. Нет, я что-то не вижу. Не вижу никакого подобия лука. А, вот он. Попробуем. Понятно. Понятно, в общем, все. Нечего мне здесь. Давайте. Нет. Кстати, тут... Red pepper, это перец, вилка, зачем-то, черепа, даггеры, выкинем даггеры, остальное меч. Ладно. Ой, нет, я и то, не то взял. Это ванд. Ну, в принципе, я так понял, что... Хаммер и вот Ван, к примеру, они по урону-то не слишком-то и отличаются, он, я вот смотрю. Так что... вот там банда какая. Да, реально, смотрите, зомби со скелетами бучкаются. Только вот такое чувство, что Ван-то посильнее будет. Может быть, каждое оружие против, к примеру... Я умер. Нет, мне это не нравится. Может быть, каждое оружие против чего-то, ну, как бы идет. О, отлично, я восстановился и восстановился сразу, так сказать.
загрузился с последней своей 900. Вот нашел я, где оружие. Кстати, давайте сейчас посмотрим все-таки. А. Нет, у меня наплечников нет. Это я их получил, значит, за сдачу квестов каких-то. Вот здесь вот, где-то здесь мне дали их. Так, во-первых, давайте вот здесь попробуем. Так, и мне дали монетки вроде бы, да? Так, вот ты мне что? Бутылку жизни ему нужно за что-то. Непонятно за что. Так, маги, 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 идите сюда. Три какой-то пия и три гриба нужно ему. Wizard Hat. Понятно, шапочку. Так, ты мне что? Вот, давай, забирай. И мне он дал Small Potion и Health Potion. На. Надо было сохраниться, в общем. Как всегда, я сделал ошибку. Смотрите, вот я вижу, что он... Надо было сохраниться, и тогда было бы проще, конечно. Вот, забирай. 3377 жизни у меня. Это круто. Так, единственное, что щит может быть другой какой-нибудь взять, да? Вот, к примеру, даггер, машин, фрук, маск. А у меня и нету другого щита, потому что я, ну, конечно же, это нужно будет выбить. Я уже потерял, так сказать. Так, таунгуард щилд. Вот, может быть, может этот увеличит? Да, это более крутой щит, поэтому, кстати, выглядит покруче, мне кажется. Я не понял, честно говоря, из-за чего я умер. Так, я опять сделал ерунду. Я загрузился, а не сохранился. Отлично. Да. Ничего не скажу по этому поводу даже. Вообще просто промолчу и все. Даже нормально. Чувак носит охранника. Кстати, ну нет, наверное. Да, именно загрузился с последнего сохранения. Смотрите. Вот зараза, золотой ключ носит. То есть у него можно золотой ключ, ну как бы, взять. Скорее всего, если я ему Wizard Hat принесу, вот как он попросил у меня по квесту, он отдаст мне вот этот ключ. Скорее всего. Так, что-то... Жалко, конечно, вот они бы как-нибудь определили, чтобы можно было... Вот, давай. Чувак мне дал маски. Я очень рад этому. Просто безумно рад. Мне же не хватало масок. Притом они суперские такие. Я даже их одевать не буду, потому что... Вы сами можете их одеть, если захотите в эту игру поиграть. Но если вы не можете поиграть, то они выглядят в точь-в-точь как головы гоблина, короля гоблинов, кабана, скелета, курочки. То есть ничего такого, знаете, как сказать, вау, типа там, я там ну, какую-нибудь маску волка какого-нибудь или что-нибудь в этом роде. Да, деньги же мне... Прям вот, ну я не могу, прям магазины. Вот, смотрите-ка. Угу. 3000 за что-то ему нужно. Сугервант какой-то нужно принести. Да, забирай. Steel Sword, стальной Sword. От бабульки-то смотрю. Так. 3000 монет. Привет, чувак. Ну, блин, мне как-то не прет. Похоже, квесты тут еще тоже меняются. То есть от... Вот такую... Ладно. Скорее всего, квесты тоже меняются от... Так, немного еще денег надо. 700. Меняются от позиции, когда вы меняете... Ну, так, загружается мир. Потому что если вы обратите внимание... А, нет... Сейчас вот не появился. Ну, значит, это тот же мир.
Ну, тогда я не знаю, честно говоря. Ну вот, как я должен был определить, что вот у нее был квест, а у этих четверых, которые рядом с ней стояли, нету квестов. Ну вот как? Как я это должен был сделать? Я не знаю, честно говоря, и вообще не представляю. Лют. Люто. Мне дали люто. Что такое люто? Луты. Вот. Лютня. Это у нас местная гитарка. Так, нет. Не хочу я вот этот вот... Вант, потому что как я только-только, как я вот только переодел, мне сразу наваляли. Поэтому я буду с Big Ice Hammer ходить. То есть, нет, все вот. Прям вот. Ну, как назло, блин, а. Первый раз получилось. Вот заметили, да? Первый раз у меня просто идеально получилось то, что я... Вот, все отлично. Быстро так набрал 3000 денег. Еще удивлялся, куда мне их деть, куда мне их деть. Умер. А, точнее, ну не умер, а загрузился. Так, давайте сохранимся. Загрузился случайно. Так, корн, главное, странно. Че, у меня корна нет? Загрузился и не смог найти сразу. Блин, это, конечно, это только я могу так. Ну ладно. Теперь я помню, такой он... Да, пожалуйста, стальной меч я ему отдал. Он мне дал монетку. Так, ничего не хочет. Так. Я запомнил примерно, вроде бы, человечка, который должен мне что-то продать за 3000. Так, я запомнил его вид, а вот где конкретно он стоял, конечно, это... Спорный вопрос. Так, ну этому Wizard Hat нужен. Нет, я хочу узнать, что мне дадут за... Да, пожалуйста, забирайте. А ты хочешь что-нибудь мне купить? Нет. А тебе что-нибудь надо? Нет. А тебе тоже не надо? Да что ж вы, какие заразы-то. Маска, маску продает. Так. Нет, все, я запутался. Я хочу найти этого чувачка. И буду его искать. Вон он стоит, я вижу в шлеме, я помню, вот такой вот странный старичок. Такой прям очень странный. Да, вот, забирай, Broken. Broken Sword. То есть я у него купил Broken Sword, и что же... Что-то как-то я сомневаюсь в его... Ребята, я очень сомневаюсь в его, как бы это правильно сказать, защите. Привет, чувак. Сломанный меч. Broken Sword. Вот я честно, я даже не знаю, что сказать. Какой-то Broken Sword. Давайте сохранимся и посмотрим. Может быть... А вдруг, да, это какой-нибудь, я не знаю, там, супер-пупер меч. Просто вот Magic Book. Хорошо, нет у меня Magic Book. А ты, Мак, что? Что мне хочешь продать? Ну, тоже ничего не хочет мне продать, потому что у меня, точнее, нечего ему предложить. О, охотник, привет. Так, ну, я даже повторяться не буду, что сейчас происходит. Классно. Классно очень сделано, конечно. Вот прям заснеженная такая тундра. Ну, единственное, без понтов, что следов не остается. Я думаю, если 470 армор и 750, это навек на то, что у меня что-то есть, чем я могу еще увеличить армор. Вот как интересно это понять. Может быть...
Да, да. Капитанский щит я вот взял и... Так. Айсвант, лютня. Вот. Наплечники. Наплечники еще есть. Отлично, 1000 брони. Так, теперь нужно сменить шлем, потому что... 1060. Все, ну вроде бы я упакован. Единственное, вот сомнение у меня возникает в этом мече. Мы сейчас сохранимся, найдем какого-нибудь врага и посмотрим, что это такое. Может быть, я не знаю, когда я буду драться с нежитью или со врагами, этот меч будет превращаться в целый и наносить урон максимальный. Так, ну, на самом деле я сейчас не увидел вообще никакого урона от этого меча, поэтому будем предполагать, что урон идет не как бы, ну точнее не урон идет, а как бы это правильно сказать, что это понадобится сломанный меч для следующего какого-нибудь квеста, где я сдам этот сломанный меч и мне дадут целый меч, к примеру, вот так вот. Главное, вот, видите, с нужной стороны ударить. Так, сразу вот, практически с одного удара можно убить и пробить броню. А можно сначала по щиту, по шлему ударить, по пластинчатому доспеху. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вот сохранюсь специально на всякий случай. Ставьте лайки, потому что все-таки я буду продолжать исследовать этот мир. Мне очень интересно, что... Что еще я могу здесь найти интересного? Потому что, вот видите, в этой серии я нашел бандитов. Да-да-да, нашел всего лишь одного бандита, но мне интересно найти предводителя бандитов, потому что я заметил, все монстры здесь, они по такой системе располагаются. То есть, есть маленькие, к примеру, скелетики маленькие, но есть и большие скелеты, которых можно найти и встретить. Так, броня, конечно, сразу упала, потому что у меня шлем смели, так сказать. Нет, давайте мы его... И нет, еще что-то у меня было. Так. А! Не тот щит просто был. Вот так. Как-то странно. Скорее всего, я надел сразу щит, который... Вот так вот. Щит, который, ну, нашел, так сказать, одел и сразу получилось таким образом. Так, ну ладненько. Еще раз, подписывайтесь на канал. Если у вас возникают вопросы или есть какие-нибудь вопросы, то задавайте, я на них постараюсь ответить. Так. Что ты? Что такое у тебя? Ты у нас скелетов увел? Блин, ну там, смотрите, какой-то... Какая-то вышка защитная. А, по-моему, вот это вот как раз-таки вот этот городишко, где меня и убили. Но это уже будет в следующей серии. Всем всего!